Хорошая новость для жителей Управленческого, сообщает телеграм-канал администрации Красноглинского района. 10 июня с 16 до 17 часов пройдет первый пробный час приема вторсырья в новом экоцентре по адресу улица Гайдара, 5. Принимают макулатуру, гофрокартон, офисную бумагу, алюминиевые банки, стекло и пластик. Администрация железнодорожного района сообщает, что по адресу Мариса Тореза, 17А и 18 приступили к ремонту внутриквартальных дорог. Специалисты работают над обновлением дорожного полотна, используя современные технологии и соблюдая все необходимые требования. Ремонт проводится картами, что позволяет оперативно восстанавливать участки дороги и обеспечивать безопасность движения. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает о возможности предоставления единовременной социальной выплаты детям-инвалидам школьного возраста на приобретение компьютерной техники в размере 40 тысяч рублей. Какие документы нужны для постановки в очередь, можно уточнить в карточках, размещенных в телеграм-канале. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране.